С 1 января 2018 года в стране вводятся дополнительные меры для поддержки демографии. Для нашего региона эта помощь своевременна, так как начал сбываться неблагоприятный демографический прогноз. Снижение рождаемости по Ивановской области составило 12%. Справедливости ради хочу сказать, что снижение по стране на 1 декабря показывали 83 субъекта из 85. Единственные, значит, как бы субъекты, которые показывали рост рождаемости, это Чеченская Республика и Чукотка. Возраст первородящих женщин с 24 лет смещается к 29 годам. И чтобы выровнять ситуацию, в этом году регион уже предусмотрел ежемесячные выплаты женщинам, впервые родившим в возрасте до 24 лет. Предусмотрена еще одна мера для молодых семей. Мы установили 100 тысяч рублей в качестве добавки к федеральному материнскому капиталу при условиях, что первый ребенок у мамочки рождается в возрасте до 24 лет, и второй ребенок на протяжении 3 лет, вот в период 3-летний, появляется у нее, и если мама решает средства материнского капитала направить на улучшение жилищных условий. То есть 100 тысяч мы будем добавлять вот в эту копилочку для получения жилья. С января 2018 года вводится ежемесячная выплата при рождении первенца при условии, что величина среднедушевого дохода не превышает размер прожиточного минимума, установленного в регионе на ребенка. Под эту выплату, а составит она почти 10 тысяч рублей, попадут порядка 4 тысяч семей. Оформить ее можно в МФЦ или территориальных органах социальной защиты населения уже в первый рабочий день Нового года. Гражданину необходимо представить следующие документы. Это свидетельство о рождении ребенка, документы, подтверждающие наличие гражданства Российской Федерации для заявителя и ребенка, документы о доходах, к которым могут относиться данные о заработной плате, о пенсиях, пособиях, стипендиях, денежном довольствии, если речь идет о военнослужащих, а также информацию о реквизитах того счета, на который мы будем осуществлять выплаты. Также на выплату в размере 9 999 рублей смогут претендовать семьи, у которых после 1 января 2018 года родится второй ребенок. Деньги будут минусовать из материнского капитала. Назначение выплаты возможно при определенных условиях. Семьи будут иметь право, у которых доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в субъекте Российской Федерации. То есть у нас установлен указом губернатора за второй квартал 2017 года прожиточный минимум для трудоспособного населения 10 896 рублей. Вот полуторакратная величина от него, это примерно 16 тысяч. Следует отметить, что все меры поддержки многодетных семей, которые есть на территории региона, на будущий год остаются. Продолжает действовать программа по предоставлению земельных участков, сохраняются ежемесячные выплаты при рождении третьего или последующих детей. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.